Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня все так же, 24 апреля, очень длинный день. Я закончила высаживать томаты в открытом грунте в тоннеле и пришла сюда, потому что, и хотя уже 6 вечера, мне сегодня так хочется выпустить на волю хоть немного первых своих томатов, потому что они очень ждут. Сейчас покажу вам. У них уже такая корневая система, что они очень хотят распустить свои корешки. Видите, что тут? И сейчас я вам покажу самый-самый простой и самый быстрый способ посадки. Это тот самый в подготовленные лунки, которые у меня уже были готовы. Я вынимаю из стаканчика и ставлю в дырочку. Все, посадила. И так дальше. Беру. Сразу пропалываю, вынимаю. Бедный вот этот демидов, смотрите, как долго он ждал этой поры. Вот поэтому они сеянцы не очень большие, они толстенькие, но не разрастаются, потому что у них уже там нет, нечего кушать, короче. Баночку убираю, которая была приготовлена. Вставляю. Так. Ну вот, не знаю, здесь видно вам будет или нет. Тоже покажу. Вот этим способом я сейчас покажу, посажу, высажу всего несколько. Ну, вот эти те, которые короткие, низкорослые, детерминантные. Это очень быстро, потому что я уже говорила, кто-то спрашивал уже тогда, когда я делала, что это мартышкин труд, зачем вы делаете? Все равно то же самое время тратите на подготовку луночки, все. Но я говорила, что в то время, когда придет время высаживать, я буду разрываться, не будет времени. И действительно, вы сегодня видели, мне надо и тоннели в открытом грунте высадить, и грядки копать под следующие культуры, и тут же высаживать томаты. И вот благодаря тому, что у меня приготовлены уже грядки, у меня там заправлен перегной, немного удобрений, я просто сейчас убрала банки и насадила. Это самый простой и быстрый. Но не думайте, что всю теплицу мне удастся так усадить. Потому что не все вот такие маленькие, коротенькие. Вот с этими придется помучиться. Потому что это покажу я вам завтра. Это будет самый сложный метод высадки, то есть с заглублением. А так как вниз нам заглублять его нельзя, это первые посадки, это сибирский регион, это холод внутри земли, то высаживать я его буду вот так. Вот так я его буду высаживать и кончик вот так буду оставлять. Он будет в этом же ряду вместе с коротко, но с низкорослыми, потому что он получится тоже низкорослый. Он уже с кисточками, все. Самый сложный способ будет у нас завтра. Вот такие большие, даже не знаешь, куда их приспособить. До завтра они будут у меня здесь. Сейчас я выключу камеру и все остальные вот так же рассажу. Сейчас подождите еще. Хочу показать, какие демидовы при высадке. Вот смотрите, многие говорят, что почему у меня маленький, это не растет. Он действительно, рассада демидова, видите, она небольшая, она коренастая. Но посмотрите, какая она. Вот эти сильнющие корни, они сейчас пойдут в рост. И еще, их можно было бы еще и заглубить. Видите, еще и воздушные корни. Но вот эти именно я заглублять не буду. Те, которые я буду заглублять, я буду высаживать там дальше и показывать в следующем. Вот это я показала, как я высаживаю в те баночки, которые я приготовила заранее. В смысле, в дырочки от баночек.